Кушай, мой дорогой, кушай. Это тебе. Кушай, кушай, кушай. Я кормлю подписчиков, вы все прекрасно знаете то, что каждый, кто со мной записывает на серии, я всех буду кормить. И морковку тебе дам, конечно. Какую тебе, обычную или золотую морковку? Какую тебе морковку? Обычную. Золотая, смотри, смотри, как будто она заслужила уже золотую морковку. Держи обычную. Все, держи обычную. Кого еще накормить? Ты едой раскидываешься, я вас кормлю, вы... Хороший, хороший подписчик накормил другого подписчика. Мы все большие молодцы. Ладно, сейчас будем начинать. В смысле, в геймоде? Я не в геймоде! Пау! 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 Нет у меня никакого геймода, успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь! Ну все. Тихо, я сказал! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня мы с вами будем продолжать нашу новую старую рубрику «Кто лучший уже подписчик?» Подписчик Майнкрафтера. Здорово всем подписчики, здорово. Ку-ку. Вы просили, чтобы подписчики умеют разговаривать, вроде умеют, у всех... Но, к сожалению, я играю с 4 подписчиками, и только у 2 есть рот на этой серии. Но Костян, еще Костян присоединился к нам. Костян, здорово. Как я говорил, у нас будет все больше и больше мяса. В этой серии к нам еще прибавился 1 подписчик, поэтому... Костя, тихо, всем тихо, всем стоять! Новый подписчик всегда должен быть посвящен в лучшего Майнкрафтера, поэтому, Костя, иди сюда, нужно пройти вот сюда. О, со мной то же самое было недавно. Вот, мы всех посвящали вот так, каждого, кто со мной играет, поэтому, Костя, добро пожаловать в яму. Да не толкайтесь! Костя, заходи, пожалуйста. Закрой яму. Да зайди ты уже. Закройте рты, я лучше вам скажу, и будем начинать! Эдисон, сделай так, чтобы подписчики разговаривали. Вот разговаривают, никто не затыкается, все тараторят. Кемпграунд, короче. Ну, пацаны, ну хватит, ну ёшкин кот. Ну, что за дела? Нельзя толкаться. Кто толкается, тот... Ой-о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 й
Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давайте мирно и дружно. Я никого не трогаю, вы никого не трогаете. Сама нарвалась! Сама нарвалась! Мать вашу, кто меня столкнул с краешком? Не знаю, не знаю. Это что? Я просто чихнул тебе в спину. Ох, счастье, я тебе... Вы не забывайте, что у меня есть секретное оружие. Бан! Так, ну смотрите, что у нас сейчас будет, как вы думаете? Лава флот или флот, потому что я его ненавижу. А когда я ненавижу, что-то появляется. Ну... Мы тебя все здесь ненавидим, поэтому ты в каждом раунде появляешься. Меня депутат скинул. Лава флот! Пацаны и девушки. И девушки, извиняюсь, тут и пацантре, и пацанессы есть, да? Депутат, иди в жопу, депутат! Какой депутат? Прикиньте меня. Так, подождите, тихо! Дайте я объясню. Я сейчас сдохну. Подожди. Да дурак, не трогай меня. Я вообще плохо. Сейчас. Давайте на паузу поставим. У меня плохо, поездок. Давайте на паузу поставим. Пожалуйста. Не успел я на паузу поставить. Я ненавижу лаву. Кто скажет слово, тот кентавр-говноед. Это действовало только на тот раунд, поэтому никто не кентавр-говноед. Всех поздравляем дружно. Нет здесь кентавра-говноеда. Так, я не кентавр-говноед. Ты понимаешь, ты говорил, кто кентавр-говноед. Ты скажешь слово, тут кентавр-говноед. Пока ты это говорил, ты уже сказал, так что...
Почему, почему со мной две девочки разговаривают? Почему ни одного мальчика нет в ролике? Ну что такое? Норм. А, ну я ж типа Аляша, не понял. Ну да. Аляша. Блин, так. Всё, я больше... Иди в жопу, утка. Воу, какие у нас здесь разборки подписчиков. Один не любит другого, третий не любит первого. Понимаешь, это только первая серия с голосом. Это первая серия с голосом, я вас уже не признаю. Ты уже понимаешь, что тут это, пусть говорят. Что да. Костя, ну чё ж, ну как так дела делаются? Всё, тихо. У меня 14, все нормально, поэтому давайте следующий раунд. Я почти догнал меня, нифига себе. Если сейчас будет лава флут, то я сам себя забаню. То тикаем. Давай. Да твою мать! Не подходи, пожалуйста, не подходи. Чё за дела? Да мы и так все вместе умрем, поэтому давай, кто быстрее, без разницы! Без разницы! Нет. Прекрасно, хорошо. А почему ты подожди, что произошло? Тебе дали конь и мне дали конь, мы с тобой вдвоем сдохли. У меня ничего не изменилось, как было 4, так и осталось. А, ну значит ты лохопут просто, а мне дали, поэтому нормально, продолжаем. Вот, короче... Давайте опять лава флут, мы же все любим лава флут. Лава флут самое крутое испытание да, на этой планете. Обожаю просто. Обожаю лава флут. Зомби инвазион. Они в здании, зомби, они в здании, к ним давайте туда. Меня они точно не смогут догнать. Не трогайте. Так, надеюсь. Ребята, давайте организуем бункер, где мы будем спасаться от зомби. Костя, успокойся. Тихо. Типа, ты снимал зомби-апокалипсис, не мы, они на тебя выйдут. Да. Они умеют лазить по деревьям, если вы не знали. Мия, план. Короче, если он будет оставаться, сожрём его просто и всё. Аляша, я не ем людей. Я могу только одного человека съесть. Он не тут как раз. Да иди отсюда, Константин GameUT. Чё там происходит? Чё? Мне тут нормально, сам я стою один на дереве. Никто не увидит, что тут происходит. Да, никто не видит, поэтому можете там хоть... Вот и плавно. Вот ушёл, давай, правильно, вот туда, вниз. Давай. Давай, вот туда, пихай его, вот прям, да, туда, Костя, давай. Мия, сзади, развернись с другой стороны. Ну извини, ты у нас новенький, Тима. Поэтому все будут над тобой издеваться, всё. Да, у меня тоже самое было в прошлой серии. Мы тим. Всё, тихо. Давайте будем. Давайте не будем так много тараторить. Слишком много. Лавовый. Не-не-не-не-не-не. Я упал. О, черт. Лошара. А мне здесь вообще нормально. Господи. Костя, гори первым, пожалуйста. Давайте, нажимайте сразу вдвоем, давай. Опа-опа, да, сразу два коина, как хорошо, какие молодцы. Мия, у тебя сколько? У тебя 10, да? 10. Да не-не-не-не-не-не-не-не, воу-воу-воу-воу-воу, не надо сюда, Мия, толкаем их, никто сюда не будет залезать. Не надо! Да я знаю, что я Эдисон. Саты Сососон, от Сосон ты. Вообще-то он не Эдисон. Давай, вниз, давай! Так, свалили все, я тут, король. А-а-а! Да идите в пень! Нет! Слышь! Уйдите! Нет! Я скину утку! Нет! Да, молодец! Нет, Эдисон! Подождите, никто не умер, Мунс! Нет! Нет, в смысле, это Мия умер. Мия! Я задолбал! Тандершторм, пацаны, текаем с городу! Да я вообще к тебе даже ничего не причастен, ты даже не друг мой, поэтому все, отстань, уходи. Он поэтому ко мне лезет. Да, потому что ему нравишься просто. Я чуть молнию не шибанул. Так тебе и надо. Давайте драться, ура, давайте драться. Я дерусь со всеми, вот смотрите, как я всех пинаю прямо сейчас. Ай! Карма, за что? Мия. Ну нафиг. Опа, у меня было одно сердечко. Опа, зэмапизбич, пацаны, зэмапизбич. Ходи больше, ко мне до центра, уйди. Не надо! Успокойся, Никита, сейчас умрем вдвоем с тобой. Да, твою мать! Это карма, братан, все, изи. Хорошо, очень хорошо. Вот источник проблем. Давайте проверим, если... Ну ладно, не будем ничего проверять. Вот давайте проверим, а ты источник тараторства. Вот давайте проверим, если ты не будешь разговаривать в этом раунде. Как будет тихо, а?
Вот давай попробуем. Ты кажется, тут конь Будулай. Кроме меня. Видишь, я могу разговаривать, все остальные молчат. Все, не надо, не надо! Ты же понимаешь, что мы с тобой вдвоем умрем? Ну зачем? Никита, ты... О! Новая карта, ура! Мы эту карту еще ни разу не видели, да, на этой планете? Какая красивая карта. Какая красивая карта. Так, все, 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 не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо драться. Надо... Надо мирно жить. Да как выйти отсюда, господи? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Не будь сволочью! Не будь собака сутулая! Ты чё делаешь? У меня 15. Ты почему меня подставила? Мне 15. Ну давайте еще один раунд, я не верю, что тебе 15. А чем я заслужил то, что меня так подставили, а Мия? Тем, что ты хотел подставить меня. Ой-ой-ой. Ну, вот сейчас здесь все нормально, все нормально. Оп, все выжили, все нормально. Деремся, деремся, деремся. Потасовка. А я уйду отсюда, на. Все нормально. Опа, у меня 16. А, ну еще один раунд, еще один раунд. Ты будешь так всегда? Нет, ты неверно мыслишь, мой друг Никита. Неверно ты так думаешь. Незертюнец. Да он мне просто хочет отомстить, и все. За что? За то, что ты задротка второй раз подряд выигрываешь? Да нет, ты что? Извините. Ну смирись, пожалуйста. Чем смириться? Да встань, пусти, блин. Я не пойду к тебе. Ой-ой-ой, нет. Да, ничего страшного, здесь никто не умрет. Здесь никто не умрет. Например, ты. Да, почему? Ой, нет, ну нафиг, я пойду уже отсюда. Да это не флот, здесь никто не умрет, все нормально, не переживайте. Все выживут, все выживут, все нормально. А, ну, в общем, кто нажмет на яйцо, тот большой молодец. Нажал. Правой кнопкой нажмите. Я нажала, вот. Да неправда! Нажала! Держите яйцо. Держите. Спасибо. У меня есть. Только одно. Сочувствую. В общем. Все, отстаньте от меня! Наркоманы! Они подписчики какие-то! Все. А, самое мирное это монстр. Вот, у меня 15 коинов, я выиграл! Ура! 15. Не верим, не верим. Я тебе сейчас скрины пришлю. У кого 15 коинов, поднимите руку. У меня сейчас 17. Монстр. Костя, у тебя сколько? 16, что ты врешь? Ну, ясно, все, я пойду в окно. Ура! Ура! У меня 16 коинов. У меня 18. Ну, зато я догнал Костю. А, ладно, все. Я планирую на этом заканчивать. Если вы хотите продолжение, вы все знаете, что нужно делать. Короче, я хочу пожелать удачи своим подписчикам. А, нет! И я надо вам пожелать удачи. Там уже и так спички вот. Ура! 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 У меня 19... О, воу! Что за дичь? Алло! Все! Спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, если хотите продолжение серии, рубрики «Кто лучший майнкрафтер и ютубер?» Ставь лайкусик, подписывайся на канал, я обещаю то, что она сразу же выйдет. Все всех забанили, а меня забанили. Спасибо. Всем удачи, всем пока.